Перевод принадлежит фансаб-группе Reversed Aid. Ссылка в описании. Первым к фотосессии для альбома приступает Юнхо. Это необычная страна чудес. Реквизит для съемок. И в стране чудес появился мастер пузырей. Почему ты так хорош в пускании мыльных пузырей? Не знаю. Расслабьте руки и просто представьте, что взбиваете сливки. Так и получится. Молодец. Теперь начинаются настоящие съемки. Очень хорошо, просто прекрасно. Хорошая работа. Спасибо. Так выглядит душ с пузырьками. Я попробую сделать огромный мыльный пузырь. Можно сказать, что пузырьки из всеведущего взгляда Йосана, возможно, просто не работали. Этого было недостаточно для того, чтобы они были с мой рост. В этот раз мы снимаем Сэнхва. Камеру. Отлично, мы закончили. Сэнхва закончили. Моя сегодняшняя фишка... Но мне сейчас нет костюма. Это... Видите? На мне цветок. У меня здесь нет прокола. Такая вот красота. Я зачесываю вот так волосы, и тут... В этом и есть сегодняшняя особенность. Но костюм тоже красивый. В этот раз я отвечаю за сладкий куплет из Eternal Sunshine. У нас пока еще нет хореографии. Ожидаемая хореография. О, отлично, мастер мыльных пузырей здесь. Секрет съемки Чунхо в мастере мыльных пузырей, который еще не ушел с работы. Хорошо, теперь, пожалуйста, оставь его. Быстренько убегает. Начинаем. Чунхо, приступаем. Смотри сюда, отведи взгляд. Здравствуйте, я Сан. Сегодня у нас Eternal Sunshine. Вечное сияние Сана. Вы видели мои волосы? Эти волосы полностью... Они похожи на бомбу, будто если я подожгу их, то они взорвутся. Вот так вот. Ждите с нетерпением. Эти не хотели увидеть такие стороны меня. Так что даже если я притворяюсь красавчиком, я буду благодарен, если вам это понравится. Пока. Красиво готовится к съемке «Сияние Сана». Это очень... То, что мы пробуем сегодня, нам в новинку. Оно отличается от прошлых альбомов. Тяжко приходится. Это так тяжело. Камера найдена. Что ты только что сделал? Покажи нам. Колеблется. Покажи нам. Сделай для меня тоже. Повтори точь-в-точь. Да, спасибо всем за работу. Вышло действительно красиво. Удивительно. Привет. У меня сейчас будет индивидуальная съемка. Пока. Я закончил со своей индивидуальной съемкой. Пока. Следующая индивидуальная съемка у Йона. На самом деле, я понятия не имею, как снимать в таком настроении.
Кажется, у меня сейчас начнутся судороги на лице. Вопреки волнению, отлично справляется. Отмена. Отлично, мы закончили. На этот раз все закончилось действительно хорошо. Теперь выход Минги. Ребята, поаплодируем всей Минги, когда она снимет свою первую сцену. Санхва ждет момента. Приготовьтесь, приготовьтесь, будьте наготове. И вот начались первые съемки Минги. Отлично, мы закончили. Индивидуальная съемка, полная аплодисментов и возгласов, закончилась. Поглаживает. И тут поглаживают. Отлично! Ребята, вы видите? Это головной убор капитана, который я украл у него, пока он спал. Когда я его надеваю, чувствую себя капитаном. Мне было очень интересно узнать, каково это — носить его. Я увидел фотографию, и мне стало так интересно, поэтому я украл его и примерил, но ничего особенного в этом нет. Продолжаю, я, естественно, прохожу мимо. Здесь есть ковбой. Кажется, что-то просто прошло мимо. Вам не кажется, что что-то только что прошло мимо? На тебе есть цветок. Зачем он тебе? Дотронешься, умрешь от моей руки. Глубоко впечатлен. Неудивительно, почему ты так ведешь себя с самого начала. Я слышал, что ты не жалеешь слов, но ты же говоришь, да? Да. Разве ты не любишь Айтини? Я люблю Айтини. Пока. Чунхо тем временем переоделся. Мы сейчас на фотосессии к Eternal Sunshine. Мы только что закончили с первыми съемками. Теперь собираемся на вторые. Пойдемте посмотрим на вторую площадку для съемок. Спаклин, подойдите сюда, пожалуйста. Спаклин. Спаклин, что сверкают, как бриллианты, подойдите сюда, пожалуйста. Звучит знакомая мелодия. А вот и ты. Начались съемки по юнитам. Минги фотографируется. Прошло много времени, Айтини. Да, давненько я не здоровался. Я пришел сюда для лога. Пожалуйста, ждите его с нетерпением. Мы станем еще более красивыми, крутыми. И прекрасными Эйтис. Пожелайте удачи. Только Эйтис. Еще раз. Ладно, сделаю еще раз. Единственное шоу Эйтис, которое вам нужно, это прямая трансляция. И это Эйтис. Мы снимаем с самого утра. Если вы посмотрите туда и присмотритесь, видите, как солнце садится? Пожалуйста, ждите с нетерпением. Мы будем благодарны, если вы будете ждать с нетерпением. Тогда увидимся позже. Пока. Пытается по-разному ставить ноги. Поднять ногу? Руки. Не ноги, а руки. И вот начались последние съемки. Фея концовки закадровых съемок фотосессии. Спасибо, что посмотрели это видео. А если вы хотите увидеть больше видео с озвучкой Эйтис, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там я буду выкладывать ролики, которые не могу загружать на YouTube.